Месяц назад ворота стадиона «Машиностроитель» закрылись. Спортивный объект оказался недоступен для любителей физкультуры. По городу поползли слухи, что собственник стадиона давно лелеет мечту построить на этом месте жилой комплекс. Жители Октябрьского проспекта забили тревогу. Какая это сам застройка? А где бегать? Чем дышать? Нечем дышать. Многие, конечно, кто, какая застройка, какой дом. Здесь все взрывоопасны, даже в окружности, это даже все против. Даже очень-очень расстроены и молодежь, и все-все-все. Возмущение горожан так и не вышло бы за пределы стадиона, если бы об этой истории не узнал депутат Государственной Думы Николай Валуев, посетивший карельскую столицу в день открытия чемпионата России по самбо. Любой стадион, спортивный объект, его перепрофилирование федеральным законом запрещено. То есть он может лишь только модернизироваться, перестраиваться, то есть быть объектом спорта. Сегодня на стадионе построить дома, это уже нарушение федерального закона. Как рассказал руководитель спортклуба «Машиностроитель», опасения горожан и депутатов напрасны. Стадион был закрыт совсем по другой причине. Стадион эксплуатировался не по назначению, то есть здесь происходили постоянные распития спиртных напитков, выгул собак и также все, что к спорту здесь никаким образом нельзя было отнести. С общественностью мы встретились, договорились о режиме работы с понедельника по субботу включительно. Режим работы с 10 до 12 и с 16 до 18. Воскресенье – выходной. Директор стадиона не стал давать гарантий, что на этой земле никогда и ничего не построят. Однако напомнил, что участок по-прежнему находится в природно-рекреационной зоне и зоне спортивных сооружений. Будет ли он переведен под застройку, этот вопрос предстоит решить депутатам Петрозаводского городского совета. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».